Хлопковая и технологичная одежда в походе. Миф или реальность? Сегодня я расскажу о комфортном и ультрапрочном комплекте одежды «Лапландия». Привет! Это Сплав, и я, Кирилл Гурев, профессиональный гид силы территории и постоянный житель лесов и гор. Итак, комплект «Лапландия» создан по образу скандинавской туристической одежды. Главное преимущество модели – это классические для софтшелл одежды эластичные усиленные вставки в стратегически важных местах. А остальное – издышащие смесовые ткани, которые сочетают хлопок и полиамид. Вся прелесть Лапландии заключается в высокой дышимости, ощущении уюта и отсутствии ограничений в движении, при ощутимой защите от ветра и, что важно, от искр костра. Костюм летний, без утеплителя и сравнительно легкий. Куртка весит 550 грамм, а вес штанов 400 грамм в среднем размере 48. Для меня, как туриста, который уже через пару дней отправляется на все лето в походы, очень важна способность одежды сопротивляться уничтожению. Лапландию почти невозможно порвать об ветки, кусты или скалы. Итак, перейдем к детальному осмотру элементов куртки. Классическая тракторная молния с одним бегунком, с внутренней планкой и карманы на груди, на липучках, на поясе, на молнии. Поясные карманы расположены достаточно высоко, чтобы не перекрываться ремнем туристического рюкзака. Ширина манжеты регулируется липучкой велкро. Низ куртки и воротник регулируются утяжками. По сути, все стандартно для туристической куртки. Что примечательно, капюшон без запаса под каску. Что в целом и хорошо, а то как будто все выпускают одежду исключительно для альпинистов, которых вообще-то за вентом меньше, чем спортивных туристов. Плотная ткань не пропускает ветер, а базовая ДВР-обработка ткани делает ее устойчивой к легкому дождю. То есть вам не придется в тумане или моросящем дожде суматошно искать дождевик или мембрану. У вас есть Лапландия, а это значит, вам будет комфортно. Вы сразу поймете, что это классная куртка, как только начнете двигать руками. Лезть на дерево, махать топором, ходить гуськом. Что бы вы ни делали, никакого натяжения ткани вы не почувствуете. Лапландии всегда удобно. Вам не приходится отвлекаться на то, чтобы поправить одежду. В этом весь секрет ее успеха. А чем примечательны брюки? Начнем с того, что они хороши и очень напоминают мне скандинавские прототипы. Удобно сидят, тянутся где нужно из заставок Double Weave материала. Решение о регулировке обхвата талии на липучке велкро тоже удобное, хотя не исключает использование ремня. Основное же преимущество в том, что без всякого зазрения и совести в них можно ломиться через бурелом, заросли, не бояться оставить карман или штанину где-то позади. Порвать одежду почти невозможно, ну, если только вы намеренно не пытаетесь насадиться на сук. В объемные карманы поместятся ножи, вырезанные ложки, огниво, все, что носит типичный мужчина с собой, ну, который все распихал по карманам. Всего на брюках 4 кармана и ни одного на пятой точке. А это значит, что вы туда ничего не положите и не потеряете. Вам будет удобно сидеть где угодно и когда удобно. Важное примечание. Сплав – это российский бренд, и разработка происходит прямо здесь, в Москве. Кажется, даже где-то за этой стеной. Поэтому лекала рассчитана на славянскую комплекцию. Вы сразу поймете, что вам подходит длина и размер. Кстати, размерная сетка как и у куртки, так и у брюк имеет несколько ростовок и размеров. Кстати, несмотря на то, что Лапландия обработана водоотталкивающей пропиткой, я бы не стал ее советовать для горной местности. Почему? Как известно, в горах погода переменчива, как настроение моей бывшей. Поэтому вас может окатить мощный ливень, а потом выйдет солнце. Так вот, смесовая ткань будет сохнуть значительно дольше, чем эластичные вставки. Водоотталкивающая же пропитка рассчитана на короткий моросящий дождик. Именно поэтому в этом комплекте будет комфортно и уютно там, где легко развести костер. Вот и все. Сочетание материалов и пропитка такая же, что и у куртки. А еще внешний вид стильного геолога вы получаете в комплекте с покупкой. Так что, если средняя полоса России часто встречается с вами в ее диких проявлениях, искренне рекомендую одеться в комплект Лапландия.